Мощнейший ритм, изящные красочные движения, шикарные балетно-гимнастические элементы, классный синтез шпагатов со сложными ловлями. Все ярко, красиво, динамично, в такт музыки. Москвичка Карина Кузнецова – главная звезда турнира. Чемпионка России в составе команды Москвы отлично представила сложную композицию с булавами, развела успех в упражнениях с мячом и лентой. Карина блеснула оригинальностью композиции, филигранной техникой, артистизмом, выиграла золотую медаль турнира в многоборье. Булавы более, они как бы, их две, они падают как бы чаще. У меня получилось на этих соревнованиях как бы собраться и все два раза выступить их чисто, как бы. Ну, и энергично, и с эмоциями, как бы, с удовольствием самое главное. Яркий спор за призовые награды. А мяч Анфиса Зайцева состязалась с гимнасткой из Москвы Анастасией Гузенковой. Обе спортсменки успешно выступили во всех упражнениях многоборья, сделали акцент на свои фишки. Анфиса Зайцева – харизматичность, экспрессию и мощную поддержку зала. Хрупкая Анастасия Гузенкова – на красочность, отточенность и амплитудность движений. И фактор исполнения сыграл свою роль. Анастасия Гузенкова завоевала серебряную медаль мемориала Галины Горенковой. Каждое упражнение я старалась вложить всю душу, старалась выложиться на максимум. Ну, что-то получилось, что-то не получилось. Буду работать дальше, стремиться, самосовершенствоваться. Анфиса Зайцева блеснула потрясающей энергетикой. Спортсменка мгновенно заводила зал, ловила кураж и ярко исполняла новые интересные подборки сложных элементов. Россыпь наград. Анфиса завоевала золото в упражнении с лентой, серебро в соревновании с булавами и бронзу в композиции с обручем. Поднялась на третью ступень пьедестала в многоборье. Что-то поменяли, что-то переделали, и вот получилось, что набор стал больше, и когда выступаешь от души, выступаешь легко, тогда все получается у меня. Триумф Амичек в двух других разделах программы. В состязании кандидатов в мастера отличилась Екатерина Пантелеева. Я довольна упражнениями с мячом и булавами. Я выполнила там все хорошо, у меня получились все свои ловли, которые я задумала. Мне это очень понравилось. В групповых упражнениях у наших девушек две золотые медали. Главную завоевала первая команда областного центра олимпийской подготовки. Итоги мемориала подвела главный судья соревнования Елена Арайс. Добавили динамику в упражнения, то есть все то, что делается, все эти сложности, они стали выполняться не просто так, а в хорошем темпе, под музыкальные акценты, это очень радует. Конечно, еще хочу сказать большое спасибо девочкам, которые приехали к нам из Москвы, это Карина Кузнецова, Настя Гузенкова, это члены сборной России, и благодаря им наши дети, наши юные гимнастки, которые сейчас их увидели, сейчас на них посмотрели, я думаю, тоже будут равняться и будут добиваться все больших успехов. Следующие соревнования у гимнасток в новом 2019 году. В январе начнутся отборочные старты к чемпионату России. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7.